Всем привет, ребят. Давно я вам не записывал, я и не люблю особо много игр записывать других, но написали там в комментах, человек поспамил, зашел, иногда сам играл такие игрушки, и сегодня у нас мобильная игра Empires, называется «Пазлы». Ну, то есть на досуге можно переиграть, но это не обычные пазлы. Итак, поехали, посмотрим. Что за игрушка? Возможно, будем играть, посмотрим. Королевская стража отправилась в поход вглубь вражеской территории. Наконец-то мы вместе. Давайте найдем камни стихии. Ну, поехали, поищем. Как написано, игра вроде и PvP-шная. Сейчас мы посмотрим описание в Google. А то я так забежал, скачал. На основном аккаунте немножко поигрался, но... К сожалению, я уже повторно не могу пройти обучалку, поэтому вы многое не увидите, что вас может будет интересовать, поэтому зашел на другой аккаунт. Так, то есть герои имеют свои скиллы определенные, что тоже довольно-таки интересно. Есть здание гильдийское, ну то есть постройка замка, все как мы любим, как обычно. Так, отлично. Каждый камешек заряжает, получается, определенного героя. То есть у нас есть всего, как видите, 5 разновидностей, но сейчас у нас на данном случае трое. Каждая линия, то есть раз, два, три, соответственно, соответствует за убийство определенных вражеских героев. То есть если вы собрали в определенной области камни, то у вас, соответственно, в определенной области он получит урон. Так, окей. Поехали. Возвращаемся в крепость. Но по пути нам попались бандиты. Вот так вот. Бандитос. Вот как видите, такие вот итемы есть. То есть дополнительный урон. Давайте добьем последнего разбойника. Вот нам надо собрать линию под ним, чтобы его добить. Отлично. Смотрите, сколько дамага мы нанесли. Вот осколок силы ему убивает, получается, все кристаллики именно этого цвета. Так, поехали дальше. Ну, пусть будет, какая разница, это все равно второй аккаунт. Выбираем портрет. Не столь важно, скажем так, потом можно позаморачиваться. Ну, то есть мобильная игра на десу. Так, свободная армия в качестве гарнизона. Окей. Ничего себе, дракоша. Огонь. Пивочка, поехали. Так, для расширения крепости нам нужно железо. Коснитесь пустого участка, чтобы построить здание, где производится железо. Шахта. Ну, окей, можно не ждать. Пропускать. Так, теперь нам нужен склад. Склад железа. Окей, отлично. Построили. Появилось у нас железо. Собрали. Для строительства улучшения зданий коснитесь, чтобы построить дом. Ну, давайте строим дом. Построили домик. Знаете, мне напоминает это Котл Пазл с котом. Там тоже было то же самое, когда ты играл. Так, врата призыва открыты. Мы можем призывать ежедневный призыв, случайный герой или отряд. Есть бесплатный, есть 10 призывов, лучший выбор. Окей, давайте. Бум. Лайла. Какая-то убийца, скорее всего. Так, хорошо. Так и думала, что вы можете использовать камни стихии для призыва героя. Окей. Извините, проверки, кажется, незваные гости. Лесной дракон к нам летит, ребятушки. Босс. Вот так он выглядит. Число рядом со шкалой здоровья врага показывает, как враг скоро атакует. Ага. Через три хода. Через три хода. Значит, у нас есть три хода на то, чтобы его чпокнуть, скажем так. Так, уже два хода у нас осталось. У
Смотрите, сколько комбо мы набрали. Один ход. Так, ну мы можем сделать вот так вот. Сейчас он нас ударит. Больно ударил. Можем вот так вот заюзать всех наших героев. Посмотрите, как комбо. Супер. Ну все, мы его быстрее намного убили. Я так понял, если вы собираете 5 камней, это очень велик шанс того, что вы победителем будете. Так. Поехали дальше. Так, призыв эпического героя. Гарантированно редкий эпический или легендарный герой. Вот так вот. Ну, давайте призвем яд. Вот такой вот у нас герой появился. И миссии есть. Перейдите в сезон 1, завоюйте равнины Карелии. Введите все этапы в сезон 1 плюс. Так, я понял. Ну, поехали. Равнины Карелии. Вивика. Ничего так Вивика. От стихии зависит столько же, сколько урона вы наносите при атаке. Так, если такой тип природы льдом, то слабая атака и наносит только половину. Ага. Вот так вот. В зависимости от того, какой еще у меня противник, атакуйте врага природы льдом. Эта атака слабая и наносит только половину урона. Слабо. Ага, теперь атакуйте врага природы огнем. Эта атака сильно наносит двойной урон. Вот, смотрите, какая разница. Прямо в верхнем. А, вот видите, у нас есть то, кого как дамажит. Теперь давайте завершим битву. Ну, давайте. Сильно чпокнули. Все, до свидания. Так, теперь у нас босс. Я так понял, он красный. Против красного нам надо лед. Смотрим. Да, сильно. Вот так вот. Слабо. Комбо. Вот смотрите, как мы его. Менять особо нам, когда они готовы. Ну, я так понял, это надо будет нам еще изучить их. Тоже герои разных, как видите, фракций. Победа. Так. Поехали. Что-то еще построим. Модернизация цитадели позволяет расширить крепость на определенных уровнях и обеспечить больше места для зданий. Ну окей, поехали. Цитадель первого. Время ожидания 4900 бесплатно. Понятно, как. Так, есть место для новых построек. Хорошо. Или на карту. То есть это такая, знаете, чисто для фарма игруля. Но я думаю, дальше будет интересно. Так, лес. Ну, давайте вот так вот. То есть, я так понял, фиолетовый наносит нормальный урон. Это как-то мы их быстренько чпукнули. Так, волна номер 2. Этот волк нас будет сейчас атаковать. Мы его убили. Следующий волк здесь. Мы его тоже, ничего себе, на жестике, ребятушки. Так, этот будет сейчас атаковать. Ну-ка, если мы топор, понятно, атакует самого ближнего врага, хорошо, будем это знать, комбо. Так, по синим нам надо зеленые собирать, давайте. Вот так сделаем, отравленный клинок. И все. Быстренько. Победа. Так, провинция пройдена. Что мы получили? Экспишку и ресурсы. Плюс мы получили обычные травы. Для чего они? Неизвестно. Ремесленные материалы для перерождения. Герои и войска. Окей. Дальше. До
то, что мы получили в битве. Вот так вот мы получили кого-то. Тренировочный лагерь строим. Что мы можем обучить обычных героев? А что нам надо для этого? Эти вот какие-то итемы. Меч и 1600. Окей, у каждого героя есть свой особый навык. Особые навыки могут улучшаться при повышении уровня героя. Вот так вот, ребятушки. Хорошо. Жмем окей. Так, примеры ценных округов враги мы видим какие. И примеры, какие предметы мы можем получить. Ну, героя вашу команду. Ну, окей, давайте добавим. А, он только заменяет вот таким вот образом. Команда 1, команда. Здесь можно менять. Ну, давайте готово. Сильная команда, ключ к победе. Ну, хорошо, поехали. Особый навык нового героя. Малое исцеление использует для восстановления здоровья команды. Окей, не вопрос. Попробуем. Так, получили мы на желтеньких. Мы убьем. Отлично. Вторая волна. Ух ты, ничего себе, у нас там комбо прям. Прям огонь. Видите? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Жалко. Ну, босса мы сейчас вот так вот его, так вот его и добьем. Так, два хода у нас есть, окей. Все, добили. Так, Дерек. Получается, мы получили его дополнение. Выбрать героя до повышения списка героев. Так, повысить уровень. Для руководства обучением. Герои-инструкторы делятся своим опытом, удаляются из списка героев. Короче, типа мы скормили, я так понял, 3 героев. Она у нас немножко подросла. Стали больше сисечки. Окей, поехали дальше. Короче, не так все просто, как казалось. Кто у нас следующий? Я тогда мы попробуем вот такой вот вариантик. Я у нас чпукнет. Добиваем. Так, окей. Волна 2-3. То есть, как видите, отхил всегда нужен. Так, ну и босс у нас. На босса у нас ничего нету.
Так, отлично, добили. Кристалл, короче, еще какую-то хрень получили. Давайте выполним перерождение Шарана на обычный герой с максимальным 10 уровнем. Я так понял, переродить это типа открыть следующий уровень. Ага, статки улучшения. Для этого надо перерождение героя, нужны материалы перерождения, их можно заработать в битвах. Вот так вот. Окей. Поехали дальше. Босс использует особые навыки при полной шкале. Так, полной шкале маны. Значит, нам надо не дать ему набрать ману, судя по всему. Вряд ли мы его так быстро убьем. Сейчас попробуем. Смотрим, что там у него за особый навык. Дадут ли нам его убить просто так? Ага. Ух ты. Нифига себе, он нас чпокнул. Лови. Лови комбо-атаку. Ну, прикольненько, конечно, сделано. Интересно, скажем так. Ну все, до свидания. Так, окей. Отличная работа. Первая провинция пройдена. А мир тут, я так понял, не маленький. Кузница. Здесь мы можем изготовить определенные материалы. Так, окей, получили исцеляющее зелье. Короче, в кузнице мы можем мастерить. Так, пройдите первый сезон Темного Властелина. Следующее задание, как видите, есть задание для выполнения. Ждите героя. Окей. Так, следующие провинции 2. Ага, вот так вот. Куча всего. Так, можем зелье использовать. 4 ячейки у нас есть, я понял. Поехали. Ты какой злой. Ага, можно лечить одного плюс 100. Понятно. Ну, то есть куча разных хитомов. Походу мы их сейчас чпокнем. Так, отлично. Пишите в комментах, что вы думаете по поводу таких игр. Раньше когда-то в такие игры играл тоже. Бывает времени, где-то едешь. Делать нечего. Собака укусила нас. Так, отлично. Так, босс. Если мы юзаем этот скилл, что у нас получается? Попытает, понятно. Так, огнем сильно. На, лови. Нормально. Крысу свалили, короче. Так, тут еще какая-то одежда, группа одежды в сыровых остатках, может надо быть на еще принцип. Давайте есть больше всего. Ага, а вот еще что есть, увеличивает вероятность критических
Короче, тут куча всего. Интересно, что будет дальше. Да, камешки у нас в разбросик. Так, вот это самое интересное, когда у вас нету рядом возле противника кубиков, что делать? Так, отлично. С этим справились. Дальше еще веселей. Так, этот бьет по всем. Попробовать атаковать особенного конкретного. Давайте попробуем коснитесь любого врага. Ага. Ничего себе. Прикольненько. Добили. Так, хорошо. Сколько это обучение еще будет идти? Давайте уже. Так, что у нас есть еще один призыв? Ладно. Отряды усиливают героя, отличая силу его атаки, оборона также задает шанс критического. Угу. Короче, куча всего. Необычный лучники повстанца. Ну, поехали, посмотрим. Ага, то есть тут вот так вот. Понятно. Вот где еще можно добыть. То есть мы, получается, этим усиляем. Интересно, интересно. Короче, куча разных улучшений, куча всего. Так понял, что игра не такая уж и простая, как кажется на первый взгляд. Мне эти особые навыки, когда они готовы, были бы они еще всегда готовы. Этот пес чпокнет. Видите, надо еще удачи, чтобы так все совпало. Так, рановато что-то мы призвали. Прощаемся с собакой. Peace in me. I wanna be, I wanna be.
А, можно типа автобой сделать вот так вот, чтобы это все не ждать. Интересно, интересно. Ну, то есть автоматически это что у нас? Наверное, убежать. Ну, то есть все кликабельное можно посмотреть. Что же делать дальше? Видите, за прохождение какие-то ходы теряются. Вот так вот. Быстро мы с ними разбираемся, конечно. Уже 4 волны. Фига себе. Два босса, интересно. Неплохо клинок сработал. Сразу же минус один. Минус 127. Нехило так он бьет, конечно. Какие-то итемы получили. Ваши дома заполнены рекордами. Учите несколько рекордов до героя или улучшите дома, чтобы увеличить. Так. Ну, давайте. Ярость огня Марьяна. Марьяна и другие герои огня ждут вас в призыве стихий. Что за Марьяна? Более высокий шанс получить легендарных героев, только герои огня. Вот так вот. Доделать недостаточно, а типа нас байтят донат. Можно VIP взять, рекомендуемый пакет завоевателя, то есть какие-то плюхи. Так, это VIP. Так, пищи. Плюс 50% пищи пополнения. Ага, мировая энергия, энергия мира. Там, где мы бегаем. Количество героев. Еще одна команда. Ну, то есть интересно. Свиток. В общем, куча разных хитов. Надо в этом всем разбираться, смотреть. Так, с драконом все герои получают. Короче, вот как-то так, ребят. Вот наш такой вот замок. Тайное видение. Посмотрите видео из Дорогого Королевства, получите волшебный подарок. Ну, вот так вот рекламу они встраивают. Так, еще будут открытий куча. В общем, дофига всего. Сторожевая башня, цитадель наша. Короче, можно все читать. Давайте интерфейс. Доступны квесты, и также есть набеги на других игроков только после постройки сторожевой башни. Вот так вот, значит, можно бегать против других игроков, что немало важно. Миссии. Ну, короче, такая вот игрушка. Будем дальше развиваться. Есть альянс, сообщения, соцсети. В общем, пишите комменты, что вы думаете, если она вам понравилась. Будем дальше трешивать, как обычно. Все, всем удачи, всем пока.